В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» состоялся 11-й детский турнир по хоккею. Он посвящен памяти многократного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта Владимира Крутова. На соревнования съехались команды со всей Московской области. Это ребята в возрасте 13-14 лет. Пользуясь случаем, что у нас есть такая возможность, мы их проводим сегодня у себя здесь, ФОК «Новатор». Этот турнир. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто оказал возможность провести это мероприятие, содействие, поддержку в первую очередь. Огромное всем спасибо. За медали сразились воспитанники команды «Лидер» из Ивантеевки, Лобнинские крылья и Химкинская спортивная школа по зимним видам спорта. К слову, ворота наших юных хоккеистов защищала единственная девушка турнира – Анна Комарова. Рассказывает, что хоккей в ее жизни – это не просто увлечение, а любимый вид спорта, с которым планирует связать свою дальнейшую жизнь. И, кстати, мужской коллектив команды вовсе не помеха, чтобы развивать свои профессиональные навыки. Ко мне хорошо относятся в команде, то в принципе можно остаться. И поэтому разницы нет, наверное. Это была моей мечтой еще с 5 лет, но сначала надо было научиться кататься. Я стремлюсь пойти вот, например, в сборную женской команды. Игра на домашней площадке не помогла химчанам. В первом поединке хозяева льда уступили хоккеистам из Ивантеевки со счетом 1-7. Затем в серии буллитов после равного счета 5-5 химкинские спортсмены уступили лобнинским крыльям. Ну а в заключительном поединке «Лидер» взял верх над крыльями 5-0. Таким образом, хоккеистам из Ивантеевки и досталось золото. Вторыми стали спортсмены из Лобни, а химчане завоевали бронзу. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.